Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-героя. Многие спрашивают: Рэй, когда будет конец сезона? Друзья мои, вот здесь вот написано, что конец сезона наступит через 6 дней и 8 часов. Так что осталось не так уж и много, ну а я уже нахожусь в высшей лиге. Мне нужно 60 самоцветов, чтобы купить нам очередные паки. Так, ну что, пробежимся по ежедневкам. И у нас: нанесите 20 единиц урона героям капитаном Огоньком, плюс разыграть 3 растения, которые стоят не менее 4 единиц солнца, и разыграйте 3 гаргантюа. Слушай, ну неплохие задания, поэтому давай-ка попробуем вначале за капитана Огонька сыграть. Будет сложно мне, по крайней мере, но у меня одна единственная колода за него. Сейчас посмотрим, что это у нас за колода, на чем она у нас основана, и сможем ли мы здесь победить. Угу. Волла нам какой-то достается. Хотелось бы посмотреть на этого Волла 67. Так, это у нас ржавый разряд. Ну, допустим. Хм. Он пока ничего ставить не стал. Только не говорит, что это тот самый хламон, который будет играть. Который будет играть. Так, интересно, ребята. Очень интересно. Смотри, как замечательно мы сделали. Ушатали охламона. Так. Ага. Ребят, не знаю, что у него там может быть. Но давай попробуем так. Не дай бог у него валун есть. Вот это боль, друзья мои. Вот это боль. Ладно, у нас есть кое-что для него в запасе. Да. Опа-на. Опа-на. Так, ну что, мы, наверное, этого чудика минусуем. Мы этого чудика минусуем. Этого переставляем сюда. И сделаем вот так вот. Смотри-ка, он ставит зомби-астронавта. Ну, в принципе, мы карту-то все равно получим. Ну, что за глюки, лаги начинаются? Что за дела, ребят? Опа-на. Неплохо, я тебе скажу. Очень даже неплохо. Ну что, я поставлю на воду тогда. Возможно, у него есть ракеты. Возможно. Это все? Ага. Вот интересно, кто у него там может быть, а? Кто у него там может быть? Ну давай я так сделаю, фиксим. Вот кто у него. Так, ребят, нам надо как-то его наказывать. У нас есть фруктовый микс, но у нас нету... У нас есть мина. У нас есть мина, которая наносит ему достаточно серьезный урон. Как-то так пока. Ну, конечно, он может прокачать его, тут спору нет. Уничтожает. Не дает он ему покоя, ладно, фиг с ним. Так, раз.
Да, тут защита сработала у него. Хилочка у него может быть, насколько мы знаем. Но это ерунда, потому что у нас есть усиление на ландшафте, так что, ребят, это ничего страшного. Виноградина. А вот это уже хорошо, ребят. А вот это уже хорошо. Но уничтожаешь, молодец. Так, и нам нужно будет нанести сколько? 3 единички урона. Я думаю, никаких проблем не будет, потому что у нас фруктовый микс, друзья мои. Фруктовый микс, это значит ему. Ну ему хана. Я даже здесь ничего делать не буду. Он, наверное, не знает, что у меня есть фруктовый микс, да? Ему уже ничего не поможет, ребят. Да хоть кого он пускай тут вставляет. Я даже немножко с ним поиграю. Так, 2 и 4, это будет 6. 9, да? Ну, как раз. Так, точно? 6 и 3, 9. Вот так. Все, друзья, победа здесь за нами. 20 единиц урона капитан Огонек нанес. Или там надо было выиграть, я уже не помню, если честно, что там по заданию. Ну, довольно неплохое начало. Так, покажи мне, пожалуйста, выполнили мы? Да, мы выполнили. Оу, мы даже 2 задания выполнили. А теперь самое интересное. Разыграйте 3 гаргантюа. В этом деле нам поможет... Да, в принципе, и бесенок поможет, но я, наверное, все-таки пойду сыграю за разгрома. Потому что именно эта колода у него на гаргантюахах состоит. Сейчас будем смотреть, фартанет нам сегодня или нет. Так, нам выпадает непонятно кто, но это орех в доспехах. Твою налево. Ай, надо было этого поменять. Надо было его поменять. Не успел. Ну что ты, орешек, задумался? Давай там, соображай как-то побыстрее. Будем ландшафт ставить? Наверное, не будем. А вдруг у него какой-нибудь хилищий ландшафтик, да? Нам надо будет его перекрыть. Надо будет. Если я сделаю... Рано нам его вставлять. Рано. Гаргантолога рано вставлять, потому что, ну... Блин, сколько у нас вирусов-то уже. Вирусов много. Неужели он на хилах, а? Потому что если бы он был бы на орехах, он бы уже начал бы их выставлять. Давай так сделаю. Так. Давай пропустим пока. Угу. Че, даванем, наверное, его, да? Этого мы даванем. И сделаем еще вирус. Но он уже запаниковал, это чувствуется, друзья мои. Он повелся, повелся, ребят, на гаргантюаху. Он повелся, ладно.
сделаем так. И вот так. Ну, крокодильчик, допустим. Ага. Крокодила, наверное, уберем. Поехали. Так. Жалко, это, конечно, не успеет ничего сделать. И здесь, наверное, сработает все-таки защита, скорее всего, ребят. Угу. Ай, не очень, конечно, хорошо. Я бы даже сказал, вообще нехорошо. Так, сделаем три. Давай, наверное, не три сделаем, а вот так вот. И вот так. Надеюсь, что могилоеда у тебя нету. Зато у него есть хилы. А я почему-то, ребят, не удивлен. Так, и он берет неуязвимость. Короче, он в холостую потратил неуязвимку. Вот что я тебе могу сказать. Поехали. Так, а нам надо будет... Это на ландшафте 2 или меньше. Ну, давай сюда поставим. Уничтожай этого хламона. Подсолнышек свой вылупил. Хорош. Ну что, вирус будем активировать? Это не поможет тебе, парень. Ну, это, может быть, поможет, но не более того. Поехали, ребят. Ой, какая хорошая карта, ребята, здесь. Какая там, ребят, хорошая карта у нас выпадает. Тимон и Пумба. Так, не забывай, у нас еще один вирус есть. А у него, наверное, еще не один такой охламончик припасен. Угу. Так, вытягивает цветок. Нет, не вытягивает. Он дает солнце, да, дополнительное. Восстанавливает здоровье. Ну, ребят, это ожидаемо. Если орех на хилах, конечно, ему надо. Так. Поехали. Так, выпадает нам еще вирус. Погнали. Вот это, конечно, блин, сейчас в броню бьет. Что у него там, родничок, да? Если я не ошибаюсь. Хилищий. Выставляет стену орех, но мы его пробиваем, ребята, и в лицо ему. Сейчас размазываем просто. А, нет, вру. Этот же уже сходил. Все, ему хана. Да, ребятушки, вот так вот получилось у нас. Только вот, ну три гаргантюа. Я тут даже больше разыграл, чем три. Там штук 4, по-моему, даже. По-моему, так, да? Ну-ка, смотрим. Да, ребят, все отлично. И нам нужно еще буквально немножечко. 20 самоцветов, где бы их достать, а? У нас на... Вот этих вот легендарных задачках есть где-нибудь? Так, повысите силу скорострела до 6 единиц.
Так, автор должен повысить силу трех зомби. Эпитафий. Это за Нептусь. Слушай, если я не ошибаюсь, Эпитафий — это чувак, который из могил выходит, ну, влазит. Точнее, укрепляет надгробие. Да, по-моему, он. Эпитафий. Вот это вот, это же он, по-моему. Сейчас посмотрим по информации. Да, автор Эпитафий. Ну и что, куда нам его можно поставить? Так, у меня эта колода на спортсменах, я смотрю, да? Я бы, знаешь, кого сюда бы еще добавил бы? Еще одного. А он у меня всего один, да, получается? Как-то... как-то не туда и не сюда, да, ребят? Давай, наверное, вот этого уберем. А вот этого поставим. Ну что, рискнем, друзья мои? Нептусь на спортивной колоде. Такое себе, ребят, такое. У нее, понимаешь, вот если у Разгрома брать спортивную колоду, она... хоть она и одинаково будет, тут зависит все от наших суперударов. У Нептуси она вызывает осьминога. Ну, короче, у нее такие не очень хорошие, ребят, суперудары для именно... тем более для борьбы. Тем более для борьбы с этим. Скажи, я скажу. Ну, ты понял, с кем. Ну, стоит не ставить или нет? Давай не будем пока. Зеленая тень чувствует, да, что у меня, наверное, что-то есть. Она почувствовала, ладно. Так, ну что, давай разыграем тогда так. Итак, две карты сразу возьмем. Отличная карта выпала мне. И, ну, вот это не очень хорошая. Но все равно пригодится, ребят. Естественно, он не захочет получать три в лицо. Вот даже как. Но для этого случая у нас есть... а мы даже не... блин, подожди. А как мне сделать? Он же заморозку примет? Примет. Давай так поставим. Ну что он творит-то такое, а? Так, он психанул, ребят, начинает делать. Сейчас заморозку примет, да? Так, он уже посмотрел, кто там стоит у меня. И мы, соответственно, с тобой вот этого выкидываем отсюда. Угу. Так, это спортсмен, поэтому можно, в принципе, сделать вот это вот. Но я, пожалуй-ка... вот так сделаю. Ну ты достал, а? Сколько он там взял? О, 6-5, ребят, это много. Я его, к сожалению, пробить не смогу. Но зато могу сделать... блин, только через следующий ход. Слушай, он заколебал уже меня на самом деле. Так, этого надо бомбить, замораживать, наверное, да?
Так, ну что же, этого мы... Не, зачем нам так делать? Давай вот этого заморозим. Пускай фиг с ним стоит. Мы его потом через вот этого уничтожим. Вот, тем более их тут у нас два. Поехали. Он, правда, заморозку опять же применять будет, скорее всего, больше чем уверен. Так, еще вытворяет. Слушай, что у него там за карты-то такие, а? Поехали. Так, 6 в лицо. Так, здесь у нас бесенок сейчас появится маленький. Так, 4 в лицо, у него 2 хп остается. Но тут, конечно, ему труба, ребят. По-моему. Тут, по-моему, ему труба пришла. Но моя суть-то была не в этом, ребят. Моя суть была разыграть эпитафора, которую даже не выполнили, к сожалению. Который даже мне не достался. Ладно, попробуем еще разок. Да какое там? Ну хотя, значит, давай попробуем. Ой, я взял капитана Огонька, нахрена? Блин. Нахрена мне нужен был капитан Огонек? Ё-моё. Ну чё там? Бросает вызов и сам отменяет. Молодец, красавчик. Так, а у нас еще и громкое событие есть. Сыграть. Нет, можно, знаешь, что сделать? Можно нам в колоде вот в этой убрать пару карт и взять побольше эпитафоров. Можно так сделать. Тогда мы точно с тобой разыграем. Там нужен нам, по-моему, всего лишь один, да? Один раз улучшить надгробие этим эпитафором. И все. Так, ребята, нам достается капитан Огонек 31 ранга. Это пока убираем. Даже не знаю, что делать. Можно было бы выставить его, но я не знаю, кого, кто, на чем он будет играть. Опять же, эпитафора нету. Слушай, давай вот так вот сделаю. Просто хочется посмотреть, что он будет делать. Будет как-то прикрываться? И кем? Если сейчас будет применять банановые там всякие эти, то, в принципе, я догадываюсь, что это за колода. Вот даже как. Ну, ну, давай сделаем вот так вот. Угу. Блин, немножко не так сделал. Ладно, фиг с ним. Поехали. Допустим. Что же сделать дальше нам? Дальше мы сделаем... Слушай, у него уже бонусная атака может быть, да? Что-то новенькое, ребят. Чё...
Но такого я еще не видел. Капитана Огонька. Так, он остался без карт, грубо говоря, да? Он остался, друзья мои, без карт. Так, а мне сейчас что надо? Ставить этого и вот этого, получается? А у меня не получится. Все растения. Давай сделаем так. Но бомбить-то он все равно может бомбить. Твою налево, блин. Ёк-макарёк. Ага. Четыре в лицо. Так, ребят, ну дальше стража только ставить нам надо будет. Все, других вариантов у нас нету. Дальше только страж. Надо было, блин, вот эту ставить сюда. Тупанул я маленько. Ну а что сделаешь, друзья мои? Ему нужно будет три поставить, чтобы меня уничтожить. Раз. И два. Все, надеюсь, у тебя больше ничего нету. Угу. Ну, погнали. Знаете, в чем сейчас вся фигня, ребят? А, нет, мы же уничтожили его. Что он сейчас поставит? Угу. И это все, да? Если мы сделаем вот так. Ну этого, наверное, выкинем. А здесь поставим защиту. Поехали. Эх. Знаешь, что самое обидное? Если у него эта бонусная атака сейчас выпала. Мне поставить нечего. У меня только ландшафт. Все, ребята. Если у него там бонусная атака, и он уничтожит мне этого. Но это мы поменяем. Так, он надеется, что... Да, и он выпадает сюда, блин. Все? Или у тебя еще что-то есть? Ладно, это мы переживем как-нибудь. Поехали, друзья. Угу. Ну что, если я так сделаю?
Напряженный бой. Напряженный, ребята. Ой, по-моему, кому-то, ребята, будет бобо. Да. Кому-то было бобо, он сдался, ребят. Но эпитафор-то не сработал. Опять же, эпитафора-то не было. Блин, я 10 кристаллов-то этих так и не заработал, блин, ни шиша. Дай-ка я еще раз гляну. Может, там какое-нибудь другое есть задание. Так, восстановите здоровье 3 пораженных зомби. А как я восстановлю здоровье 3 пораженных зомби? Подожди. Железный разряд. Чем мы можем восстановить ему здоровье? А, ну если только вот этим вот зомби, который где он у нас? Вот, зомби-медик только если. Ну давай попробуем зомби-медика. Так, так. Играть. Опять же, нет гарантии, ребят, что мы с вами здесь выиграем. Потому что спортивная колода, блин, еще против Розы. Против Розы-то фигово. Да. У нее супер удары, у нее там превратить может в кого-нибудь, в ненужного, да? Ну, видишь, подсолнух у нее. Начинает буститься сразу же, да? Ну давай, поехали. Еще заморозку сейчас влепит, да? Как этого-то мне сопляка уничтожить, а? Так, ну это вот ущелкаем сейчас. Как мне вот с этим быть? Давай так поставлю, наверное, что ли. А как еще уничтожить его? Так, превращает меня в случайного. Тратится. О, отлично. Угу. Текс. У него 7 энергии. Сейчас он ставить этого будет. Дурачка, блин, своего шалфейного. А, у него звездочка здесь. Так, ладно, ребят, нам как бы все равно. Но нам лишь бы уничтожить его, да, получается? Поехали. Блин, он сейчас превратит его. А, нет, превращение он сделал. Заморозку он может только сделать. Заморозить вот этого. Угу. Выдержали, да? Так, ну что, ребят, сумоист. Я так и думал. Я так и думал, ребят, что он этого хмыря сюда выставит.
Блин, сейчас получаем урона с тобой, блин. Да чертиков. Да, у него, короче, понятно, ребята. Это бесполезняк. Три в лицо все равно получим, блин. Это очень неприятно, ребят. Достанет, а? Понятно, короче. Тут бесполезно, да, ребят. Поэтому даже время не буду тянуть зря. Где медики мои, которые мне нужны были, блин, для отхила? Когда ты доиграешь? Когда ты доиграешь? Я не знаю, когда я доиграю. Эй, блин, противник сдался. Ладно. Там надо всего лишь хильнуть. Блин, зомбиков. По-моему, двух. Двух зомбарей нужно хильнуть, и все, ребята. И задание будет пройдено. А мне не дают такой возможности. Опять зеленая тень. Ну, как бы тут, в принципе, неплохо идет, да? Когда доиграешь госринс. Попробуем начать вот так вот. Заодно посмотрим, кого он будет тут выставлять. Вот, ты сам видишь, кого он тут выставляет. Че, сумоиста ставим, да? Я думаю, наверное, сумоиста поставим. Но он, наверное, уже догадался. Рикошет случайного зомби. Угу, с воды, короче, идет сюда. Так, поехали. Вот, кстати, как раз сейчас медик-то у нас, ребята, и пригодит. Нет, не сейчас, еще не сейчас. А мы ничего не будем делать? Зачем нам? Ну, вроде и так нормально. Сейчас просто сделаем с тобой вот этого вот. И все. Поехали. Ну и прекрасненько. Так, теперь будем лечить. Лечить будем кого? Наверное... Так, вот вылечим. Был бы у меня еще один медик, я бы подлечил бы нашего сумоиста, и все, в принципе. Ух, ё-моё. Ух, ядрён, матрён, ты посмотри, а что творит. Жалко, у меня нет еще единички, я бы его раздавил бы тогда, волоно бы. Поехали. Ну, понятно, защита срабатывает, сейчас кого-то заморозит, скорее всего. Так, но урон не нанес нам. Давай так сделаем. Кар-кар-кар. Рикошет случайного зомби. Ну давай. Белиссимо, ребят. Белиссимо. Он сейчас вот этого шарика звезданет.
этот пробьет защиту у меня. Такс, что мы дальше делаем? Ну, я, наверное, сделаю вот так вот. И, наверное, я вот так вот. Да это все, что ты мог сделать? Не самый, конечно, лучший вариант, но ладно, фиг с ним. Может, у него еще одна какая пакость есть. О, король. Король, друзья мои, выпадает нам. Что у него, интересно, есть? О! Ты видел? У него, друзья мои, капитан Огурчик. Так, ну что же, капитан Огурчик, я думаю, что мы сейчас будем тебя уничтожать. Зря ты это делаешь. Ой, зря. Подписал. Подписал, ребята, себе он смертный приговор. По-моему. Блин, нет, гаденыш еще поживет. Хотя, знаешь, он поживет недолго. Он поживет недолго. Он, да, он возьмет легендарную карту. Это последняя карта, который он, по-моему, возьмет, ребят. Давай сделаю так. Ну что он там взял? Какую карту легендарную? Ну ладно, поставил ты этого. Так, 4, либо отсюда, либо отсюда. Понятно все. До свидания. До свидания. Он захотел на этих кабачках отыграться, что ли? Блин, ну я отхилял-то всего одного, а мне нужно сколько? Мне нужно было двоих хинуть. Поэтому задание еще до сих пор получается не пройденным. Ну да, получается еще не пройденным. Да что такое-то? Усик. Усик куда-то щекотит нос, блин. Ладно, давай попробуем. Может быть, все-таки сейчас хильнем кого-нибудь. Как-нибудь, где-нибудь. Это просто я, ребят, хочу получить 1000 самоцветов и взять пак. Здравствуйте, приехали. Проверьте интернет-соединение. Что за бредятина? Эй, давай мне тут это... Не дуркуй, игра. Все должно быть чики-пуки. Так, ну что, ты видишь, у нас прекрасно кто выпал. И это подсолнух, с которым, блин, опять же, при умной и хорошей игре подсолнух практически непобедим, ребят. Особенно его наибуст вот этот, вообще ему, ну, солнечный удар, который ускоряет его на 1 единичку сразу же по энергии. 49-й ранг, кофебот, поэтому, скорее всего, ребят, тут жестокий кофебот будет. Но он пока ничего не вставляет, я тоже молчу. У меня уже 2 болельщика есть. Можно реализовать, сейчас посмотрим, кого поставить. Если что, прикроемся через шар. Я сюда поставлю вот так вот. Ну что, ребят, ставим сюда болельщика.
Вот, видишь, что он делает? Выкрутился. А, нет, не выкрутился, ребят. Мы все равно прокачиваемся. У него должно быть... О! Так, ну один гриб-то я его уберу отсюда. Если он... А, он сейчас, наверное, превратит их. Ну, естественно, друзья мои. Предсказуемое говно. Давай, уничтожим один. Так, да, значит. Ну, поехали. Грибочки хочешь посажать, да? Дело твое, парень. Дело абсолютно твое. Ну что, он сейчас будет рас... Ой, нет, рассаду он не делает, ребят. Нет, он немножко другое делает. Но это последнее, что он видит. Так, 4, 5. Поехали. 3, 4. Ну да, тут урона наполучаем немножко. Так. Сюда. И сюда. Но он может запинать меня, ребят. Вот, видишь, что делает. Все? А нет, не все еще, ребят, еще не все. Ну? Погнали. Ага. Очень мне интересно посмотреть, что он сейчас будет делать, ребят. Очень интересно. Я-то влуплю два вируса, тут как ни крути. Наверное, да? Да, мы уничтожим сейчас их всех. А он сейчас грибы сюда поставит. Ой-ой-ой-ой-ой, что я натворил, ребята. Молекуляра. Слушай, ну хана ему тогда, все, ребят. Да, они встали где угодно, только не там, где нужно. Понятно. До свидания тогда, парень. Ох, сейчас будет весело. Поехали. Это, конечно, тут заморозит, блин. Так, 5. Понимаешь, вот с этими ландшафтами он мне сейчас может... Какую пакость сделать? Если у него сейчас
сработает, он же еще минус один на один на земле сделает. Поэтому нам нужно будет обязательно вирус применять. Обязательно. Опять же, у меня не выпал, ребята, медик. Чтоб хильнуть. Ну что ты, кофебот, ё-моё, давай там чуть выставляй. Не дуркуй. Не врубай, дурачка. Может быть, это интернет-соединение опять, ребят, где-то оборвалось. Не, вроде бы у него там красненькая пошла. Ну, раз красненькая пошла, значит, значит, он, ребят, сейчас сфейлится. Ну давай, 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 быстрее. Нет, чтобы просто взять и сдаться. Нет, ребята. Мозги мне тут выносит своей ерундой. Так, ладно, давай еще разок. Что-то медик не выпадает мне просто. Сейчас, если он выпадет у меня, я его не буду, ребята, убирать из начальной руки. Чтобы мне его потом не искать, не выжидать. Это только 10 самоцветов мы получим. Нам нужно еще потом будет 10. Эпитафора надо будет сыграть. Так, нашли, но он, видимо, уже ушел, да? Да, такое бывает, ребят. Как бы мы нашли противника, но он либо выключил, либо ушел. Вышел из игры, я имею в виду. Ну давайте, давайте, поиск соперника. Ё-моё, 3 часа тут ищем мы уже этого соперника, никак не можем найти. Есть, нашли. Друзья, это у нас опять зеленая тень. Не, ну это слишком круто для начала-то. Ё-моё. Даже не знаю, что и сказать. Блин, ну нафига ты нужен? Нет, здесь. Поставили этого балдуя здесь. Давай сюда. Угу, смотри, что творит. Иди сюда. Сумоиста он мне выкинет. А давай так сделаем пока. Ну, давай вот этого переместим, например, сюда. Два в лицо, ничего страшного. Так-с. Как тут лучше сделать? Наверное, лучше сделать так. Ну, сейчас за пенек он кого-то спрячет. Это понятное дело. Никого не стал прятать за пенек. А он делает рикошет. Давай, сумоиста. Ну, тут тогда еще проще, ребята. Оставим этого и под тренера. Все, ребят, что тут гадать еще. Делаем так и... И вот так. Да нам уже плевать, что ты там выставил. Нам все равно, если честно. Допустим. Погнали дальше.
Так, 4-6, это под ракету пойдет, ребят. Этот чудило пойдет под ракету. Ну, как под ракету? Вначале ставим защиту, потом ракету. И на этого нам плевать. Тем более здесь тоже по барабану. Что там делает? Давай тогда здесь бомбить. Ай-яй-яй-яй-яй, ребятушки. Промажечка с моей стороны идет. И сейчас у него... Да. Ну ты понимаешь, да? Что он тут вытворяет. Давай я сделаю так. Посмотрим, что он придумает там. Ага, вытягивает две карты. Забздел сразу же. Побежал. Мамочка, дай мне две карточки, пожалуйста. Ну, чмошник, а. Ну, чмошник, а? Ну, тихона, блин. Вшивый. Так, друзья мои. Но если у него сейчас опять какое-нибудь усиление будет. Сюда может поставить. Может поставить сюда. Три урона сюда в любом случае получим. Три. И еще нужно будет ему 9 урона нанести. Что-то задумалось. Задумалась зеленая тень. Я не знаю, что она там задумала. Наверное, сдается она. Блин, я уже, ребят, сколько мы уже боев, я все никак не могу... дохилять. Папайяман 108. Нет. Нет. Друзья мои, ну как так-то? Ну какое, блин, обрыв соединения? Ну чё, а? Похоже, да, какой-то обрыв соединения. Ну что, дорогие друзья, видно, не судьба мне сегодня получить 20 кристаллов. Давайте тогда, наверное, мы дождемся уже новых ежедневок. Там уже добьем и будем открывать паки. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.